Ну, смотри, во-первых, изначально, да, как бы тревожная мелодия. Это, и которая более-менее такая запоминающаяся. Супер кочевый бит. Это сразу прям дискач, начинаются какие-то танцы, выходят какие-то крутые челики в шапках, начинают шапки класть на пол, прям вращаться, это уже элемент как бы шоу и так далее пошло. На самом деле, как бы вот эта вокальная часть мне никогда в Prodigy не нравилась. То есть, ты понимаешь, что там типа самый культовый как раз Кит Флинт, который, по-моему, вроде покойный уже. Но вот эти какие-то дисторшные выкрики, я не понимаю. То есть, я бы лучше бы реально инструментал бы слушал. Да, какие-то мастейновые ноты, конечно, это плохо. Я бы это убрал бы, но остальное все, это начальная мелодия, этот бит, это, конечно, жара. То есть все кино, опять же, там Voodoo People, ну, у них много чего, Smoke My Beach и так далее. То есть поэтому крутотень, но мне кажется, время этого ушло. То есть есть песни вне времени, то есть смысл Adi Spirit врубаешь, всегда будет заходить. Это, мне кажется, такую штуку уже как бы, ну, немножко время ее подуходит.